7.00. Всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня два яйца. Отварных в смятку. Я люблю, чтобы они в смяточку были. И маленький бутербродик с маслом сливочным и брынзочкой коровьей. Чай черно-зеленый. Без сахара. Приятного всем похудения, удачного настроения. Наоборот, опять. Всем моим подписчицам, любимым, еще немного цветения. Да, это, конечно, не цветы вам, но все-таки это молодые кленчики. Видите, распускаются вот такие кленовые листочки, молоденькие. Хотя тут есть цветение, вот, смотрите. Вот, что-то тут цветет. Не знаю, видно вам, не видно, просто это вечерняя прогулка. Вот, вот так вот видно точно, вот оно цветет, видите? Прикольные, да? Молоденькие листочки красивые выходят. Девять пятнадцать. Мой перекус. Сегодня у меня голос пропал. Лаваш с сыром сулугуни. Натер я сюда хорошо его. Вот так. Грамм 25. С двух сторон обжарил на сковородочке. Получилось очень вкусное блюдо. Сыр солененький, лавашик. Обалденно. С кофе сочетается на ура. У меня черный натуральный кофе. Бразилия Сантос называется. И пол ложечки сахара. Ну вот, еще, если добавляю сгущенку, тогда я сахар не ложу. Ну, сейчас что-то сгущенки нет, поэтому на сахаре. Приятного всем аппетита. 14.00. Мой обед. Рагу у меня с грибочками. Очень вкусно получилось. И свекла тертая со сметанкой и чесноком. И немножко корейской вкусности. Тут и синенькие, и морковочка, сельдерейчик. Вот такая вот. Восемнадцать ноль ноль. Мой ужин. Сегодня у меня отварное бедро. Салаты по-корейски. Фасоль отварная грузинская, лобио острая с лучком, с морковкой. И свекла тертая с чесночком и сметаной 15%. Ну, так скажем, что-то все остренькое получилось. Одно бедро постное будет пресно, а так все остренькое. Но зато очень вкусно. 21.00, мой стандартный перекус, вечерний яблочко Golden и чашечка кефира, 2,5% жирности. Приятного аппетита, всем удачного похудения, спокойной ночи. Нас на ютубе под хэштегом «Жирука5». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.